Артистов Екатерину Климову и Игоря Петренко называли самой красивой парой отечественного кинематографа. Супруги уже давно не вместе, каждый из них идет своей дорогой, но они сумели сохранить теплое отношение ради детей. На днях общему сыну звезд Корнею исполнилось 11 лет. И знаменитые родители воссоединились за праздничным столом, чтобы поздравить мальчика с днем рождения. Звезды устроили торжество в одном из элитных ресторанов столицы. На праздник были приглашены братья и сестры Корней, крестная мама именинника, актриса Татьяна Лютаева со своим сыном Домиником, а также близкие друзья и родственники семьи. Матвей, родной брат Корней, выложил в социальной сети видео, запечатлевшее, как отец виновника торжества произносит трогательный тост. «Я не был таким самостоятельным, как ты сейчас. Ты талантливый парень, нам всем очень интересно за тобой наблюдать. И мы готовы тебе во всем помогать и поддерживать. Старайся не повторять ошибок взрослых. Папиных ошибок, конечно, хочется, чтобы ты был счастлив», — сказал Петренко. Гостей праздника угощали деликатесными блюдами, устрицами, мясом с грибами и роскошными десертами. Достойным завершением вечера стал именинный торт для Корнея. Климова и Петренко расстались 5 лет тому назад по инициативе актрисы. По собственному признанию Екатерины, она устала терпеть бесконечные проблемы в семье. «Нельзя все время существовать на надрыве. Это выматывает, забирает силы», — говорила она в одном из своих интервью. Сейчас Игорь Петренко живет в успешном браке с Кристиной Бродской, которая подарила ему 3 дочерей — Софию, Каролину, Марию и Еву. Причем младшая из сестер появилась на свет всего 8 месяцев тому назад. Рождение малышки доставило звездному отцу немало радости. «Старшие девочки не ревнуют. Они у нас чудесные, помогают». Каролинка стала взрослеть на глазах. «Я счастлив», — признавался Петренко.